Привет! В этом видео хочу рассказать вам про образование средних солей. Средние соли – это продукт полного замещения атомов водорода в кислотах на металл. Например, часто возникают вопросы, как понять, как составлять правильно формулы солей. Пусть у нас есть соляная кислота, ее соли называются хлоридами. Как будет выглядеть формула хлорида калия? Калий – хлор. Почему? Потому что калий – одновалентный металл, кислотный остаток – хлор, тоже одновалентный. Почему хлор одновалентный? Потому что в соляной кислоте он соединен с одним атомом водорода. И в прошлом видео я говорила, что валентность кислотного остатка равна числу атомов водорода, с которыми он соединен. Если же у нас, например, с вами двухвалентный металл кальций, то формула хлорида кальция будет выглядеть как кальций-хлор-2. Кальций двухвалентный, кислотный остаток хлор одновалентный. Если же нам нужно составить формулу хлорида алюминия, алюминий трехвалентный, формула будет выглядеть как алюминий-хлор-3. В следующих видео я расскажу, как составлять формулы других солей.